Никаких лекарств, только физические упражнения, свежий воздух и групповая психотерапия. Вершина – это не медицинское учреждение, а реабилитационный центр, в котором людям с зависимостью лечат не тело, а душу. Психологическую помощь к своему изменению образа жизни. Да, наша главная цель – это изменение образа жизни человека. Уход от наркотической либо другой какой-либо зависимости к возвращению, к социализации. У нас есть и сертификаты соответствия, один добровольно. Мы прошли в институте при ФСКН демографии. Вот второй сертификат государственного образца о соответствии в той деятельности, которую мы оказываем услуги, именно в реабилитации. В среднем курс реабилитации в Вершине длится от 1 месяца. Все это время с резидентами работают профессиональные психологи и психотерапевты, а также консультанты. Это те, кто сумел справиться с зависимостью и своим собственным примером доказывает, побороть пагубную привычку можно лишь приняв квалифицированную и грамотную помощь. Я с уверенностью могу сказать, мне здесь помогли. Я увидел свою проблему, да, я ее признал. У меня было желание выздоравливать, начать там новую жизнь. Да. И меня как-то это вдохновило. И я вижу, потому что у других ребят такая же проблема. И мне хочется им тоже помочь. А за успехами каждого резидента Вершины пристально следят. Специалистами реабилитационного центра разработана специальная программа. Она отслеживает динамику каждого, кто начал бороться с пагубными привычками. Свои результаты могут узнать не только резиденты, но и их близкие. В ней отражается именно его успеваемость по прохождению программы, эмоциональное его состояние, все беседы, которые с ним проводятся, вся работа психолога, которая с ним проводится. Все это анонимно, закрыто, свободного доступа, кроме сотрудников. В центре этого никто не имеет. В реабилитационном центре «Вершина» уже помогли не одному десятку людей. Ведь здесь уверены, главное – признать проблему и вовремя обратиться за квалифицированной помощью. Карина Тимкова, Виктор Яковлев, Владислав Горбунов. Новости дня.